пятницу в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс 10, плюс 12, ночью 4-6 выше 0. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, кратковременный дождь. В светлое время суток плюс 13, в темное плюс 6. Юго-западный 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, вечером возможен дождь. Днем плюс 11, ночью 5 тепла. Юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре облачно, днем плюс 11, ночью 6 с плюсом, юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 67%, геомагнитное поле относительно спокойное.